Генплан сам по себе это большая работа, большой документ, документ графический прежде всего. Но это, я еще говорил об этом, это вообще технический документ, которым разбираться могут только, конечно, довольно узкие специалисты в этой области, эксперты. И таких людей в городе, ну, я не думаю, что их очень много. Я думаю, что их, наверное, может быть, несколько десятков, может быть, сотни человек. Я думаю, что это не такой широкий круг специалистов. Вот. Обычным людям, обычным горожанам, ну, едва ли генплан что-то такое расскажет, потому что он написан таким языком. Должен быть, наверное, идти диалог между, собственно, для кого это разрабатывается, да, для жителей, и разработчиками, и администрацией. Поэтому это очень важно, соучастие людей, граждан. Но как это сделать? Сделать очень просто. Просто нужно перевести, собственно, этот сложный технический этот документ в правильный, в нормальный, доступный для простых людей формы. Очень просто. Что такое генплан? Да, что, в частности, можно сделать небольшую историю, да, как развивался Барнаул. Вот, и что мы получим в результате принятия вот этого генплана. То есть это должно быть очень просто, доступная инфографика, как сейчас говорят, да, должна быть. Какие-то крупные цифры, какие-то картинки, иллюстрирующие, понятные, да, что да, здесь у нас будут новые дороги, здесь у нас будет столько-то зелени, здесь у нас будут парки, здесь у нас будет историческая зона, вот здесь мы планируем то-то, то-то, вот тут город планирует затратить на это такие-то деньги, да, какие-то коммуникации новые. То есть нужно все очень просто, доступно показать. Создать такой документ и разместить его на какой-то там несколькостраничный лендинг, да, в интернете, совершенно простая и несложная задача. Просто нужно сделать выборку, да, основных главных моментов и выложить все, и все прекрасно будет. И тогда будет как раз и вопрос-то будет меньше. Вот, и подозрений каких-то будет меньше, да, каких-то, может быть, даже уйдут какие-то, какая-то критика, потому что, в принципе, все будет понятно.